Здравствуйте. В эфире телеканал «Айтон ТВ» программа «С большой буквы». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье. И на связи с нашей студией политолог, дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине Цви Магин. Цви Магин, и снова здравствуйте. Здравствуйте. Цви, мы анонсировали в прошлой части программы, что мы поговорим сейчас немножко о Сирии. Действительно, Сирия как-то сейчас отошла на второй план. Все заняты коронавирусом, все заняты всевозможными разборками. А в Сирии идет спокойненько идет процесс, если можно так выразиться, извините за цинизм, продолжается война, идет спокойненько война. Турки продолжают наступление, турки продолжают ввод своих войск. И вот сейчас я бы хотел рассмотреть такой аспект. Утверждается, что турецкие беспилотники, которыми они очень успешно работали последнее время, и эти беспилотники, опять-таки, весьма и весьма успешно раскалывают, как орехи, российские панцири, которые поставлены были сирийской армии. И вот утверждается, что эти беспилотники на самом деле израильского производства, точнее, не совсем израильского, но выпускаются по израильской лицензии, и израильтяне это дело всячески курируют. Так что же получается, у нас с турками идет многолетняя уже, так сказать, по крайней мере, словесная война на дипломатическом уровне. Президент Эрдоган изрыгает проклятие в адрес Израиля, там собирается во главе исламского мира идти отвоевывать Иерусалим, то есть каждый раз он выступает с новыми заявлениями, и в это время, так сказать, спокойно и потихонечку идет сотрудничество не только чисто в экономической сфере, потому что мы видим, что турецкие товары у нас как были, так и есть, пожалуй, еще их количество увеличивается, но идет и сотрудничество в оборонной сфере, сфера, в которой раньше мы с ними очень широко сотрудничали, но потом как бы все это сошло на нет. Так что ж, мы продолжаем с ними дружить? Ну, очень сложный вопрос, многоэтажный. Давайте по порядку. Во-первых, что происходит в Сирии, касающееся отношений России с Турцией, не до конца, скажу неясно. Они еще не кончили. Идет там процесс перераздела Сирии, и каждый тянет свою сторону. Турки не собираются пока уступать, удерживают определенную часть территории Сирии. Отдельно стоит вопрос, что делать с Ираном, который тоже упирается, не хочет уходить или сдавать своих позиций, и непонятно, что будет с Асадом. Поэтому вся эта команда между собой до конца еще не выяснила отношения, и что касается самого будущего Сирии, тоже не ясно. Это нужно идти к тому, что происходит между Россией и Турцией, они пока не противостоят на поле боя. Но они противостоят в вопросе, скажем, передела или там решение территориальных проблем Сирии. Турция настаивает на том, что она тоже держава регионального толка пока и хочет определенную часть Сирии для себя, и она, кроме этого, ведет еще свою политику во всем регионе, напоминаю, Средиземное море, Ливию и так далее. Это я к чему напоминаю, потому что все эти разговоры о том, о щелкивании панцирей, они не в Сирии. Хотя там были тоже там пара случаев. Но речь идет в основном о Ливии. Якобы, я не знаю, но якобы речь идет о том, что туркам удалось уничтожить несколько панцирей как раз в Ливии, где они воюют, они и россияне, с двух сторон баррикады. Друг против друга они не воюют непосредственно, но, так сказать, те силы, которых они поддерживают, противостоят. Это так. Поэтому это относится к тому вопросу. И не исключаю, что это у них получилось. Речь идет о беспилотниках особого, скажем, типа, которые они производят самостоятельно якобы, и в лучшем или в худшем, если хотите, случае по лицензии. Это контекст. Будут ли они воевать дальше, еще непонятно, но я имею в виду Турция с Россией, но не так просто разделить и властвовать в этом регионе. Хотя параллельно есть позитивные отношения, есть переговоры и все, что же не связано. Так что и то, и другое вместе происходит, как мы уже сказали, Восток это не так просто. Что же касается теперь Израиля в этом контексте. Я не знаю, я, конечно, наслышан по СМИ, и российские СМИ к этому вопросу относились достаточно однозначно. А если так, то, вероятнее всего, так оно и есть. Эти беспилотники, турецкие беспилотники, действительно, якобы, они израильского происхождения. Теперь надо напомнить, о чем речь. Израиль с Турцией ныне находится
в очень плохих отношениях. Они еще не воюют, но недалеко от этого. Так что речь не идет ни о каком сотрудничестве. Наоборот, Турция сейчас еще, кроме тех выяснений отношений уже достаточно давности, напоминаю, заплыв в Газу и захват турецкого судна, и уничтожение тех или иных турецких там, ну, скажем, мирных граждан, да, и так далее. Так что было дело. И турки по отношению к Израилю ведут достаточно негативную и политику, и то, что называется пропаганду, если хотите. И она ведет себя достаточно вольно в регионе Турция и пытается выстроить эти, скажем, отношения с региональными игроками, где она намерена так или иначе захватить часть своей гегемонии, в том числе она захватила, захватить не могла, но заявила о принадлежности Турции, определенной части акватории Средиземного моря, которая как раз проходит недалеко от берегов Израиля, и теперь там очень неплохой повод для конфликта. Тем более к этому следует, наверное, добавить, что существует еще проблема отношений Израиля с Грецией и с Кипром по вопросу Турции. И так что достаточно сложные отношения, с одной стороны. С другой же стороны, история вопроса. В прошлом Израиль и Турция очень активно сотрудничали. Они были практически очень близкими партнерами по всему региону. И это включало много аспектов, много вопросов, естественно, экономических тоже, но и оборонных. В данном контексте речь идет о производстве в Турции по израильской лицензии определенных видов вооружения. В прошлом Израиль поставлял им и бронетехнику, и беспилотники, и разные технологии в этих направлениях. Так что не исключено, что беспилотник это из тех, которые были разработаны в Израиле, не только они, и производится ныне, скажем, в Турции. Хороши ли эти беспилотники в состоянии ли не противостоять панцирям, я не знаю, но если рассматривать СМИ, то уже было дело, когда обвиняли непосредственно израильские, скажем, те или иные летательные аппараты, которые уничтожали, и панцири тоже, и другие. Но это уже в Сирии вы имеете в виду? В Сирии, да. Так что не исключено, что израильские системы умеют это делать. Я хочу напомнить, что уже исторически много лет, еще в прошлых войнах Израиль сумел практически уничтожить всю систему, систему обороны, да, защиты. Противовоздушной обороны вы имеете? Так и противовоздушной, конечно. Противовоздушной обороны в Сирии, в Ливане, советского тогда еще производства, на уровне, по-моему, ведущем тогда в мире, и ничего не должно было измениться с тех пор. Так что Израиль достаточно серьезное государство в этом вопросе, в вопросе вооружения, производства, технологий и так далее. И турки владеют, вероятнее всего, если об этом идет речь, если это действительно так и выглядит, то турки владеют определенными технологиями, которые, наверное, уже достаточно устарели. Но они достаточно эффективны на данном этапе, это и весь сказ. Выставлять это, что вот Израиль сегодня поставляет Турции вооружение, это не соответствует истине, вероятно всего, речь идет о старых, в лучшем случае, конечно, идет о старых моделях. Ну, старые, но смотрите, достаточно эффективные. Ведь сколько лет назад прекратилось сотрудничество? Уже, наверное, лет 5, правильно? Если даже не больше. Больше. Так что в каком году это было? Это Мавимармара. Мавимармара, да, это. Это уже лет скоро 10, да. То есть, на ваш взгляд, никаких военных, так сказать, военного сотрудничества с Турцией не ведется. Торговлю мы сейчас оставляем в стороне, торговля это торговля. Добавляю. Торговля никогда не прекращалась. Согласен. Какие-то интересы в какой-то мере существовали и существуют и с двух сторон, и поэтому ведут себя достаточно аккуратно обе стороны. Мало того, торговля подскочила во время коронавируса, когда закрылся Китай, то очень многие заказы были переадресованы в Турцию. Турции просто был ренессанс. С другой же стороны, не исключено, что в последнее время есть такие слухи, ходят слухи по региону, что Турция и Израиль как-то проверяют весь комплект отношений, взвешивают заново
скажем, не скажу полностью возобновление, пока взвешивают данные на предыдущие отношения и ищут позитивные выходы из него. Так что, в конце концов, это вероятнее всего так оно и будет. Вероятнее всего у Турции якобы... Крики и истерики Эрдогана – это одно, да, а, так сказать, реальные отношения – это другое. Эрдоган в свое время решился на этот ход, морской ход, между прочим, если учесть эту флотилию, да, для того, чтобы, в конце концов, ничего конкретного или специфического против Израиля на тот момент не имел. Но он имел намерение в мусульманском мире, исламском мире, и для того, чтобы туда вступить в виде, скажем, вождя, ведущего к джихаду и к таким... зеленым горизонтом, как у них говорят, это нужно было выставить себя как противника Израиля в данном случае, для того, чтобы мобилизовать поддержку и перехватить первенство у Ирана, об этом речь идет. И ввиду этого, вероятнее всего, было решено тогда Эрдоганом провести это скандальное мероприятие, и до данного момента он себя ведет как ведущий игрок в арабском и исламском мире, пока, по-моему, не слишком результативно. Но он существует, он работает пока. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с политологом, дипломатом, экс-послом Израиля в России и Украине Цви Магеном. Будьте здоровы. Программа «С большой буквы» подошла к концу. До свидания. Всего доброго.